Здравствуйте, друзья! Вот пришло время пропоить мою птицу. Там люди задавали вопросы, как я пропаиваю, какой схеме. Ну вот по какой схеме рассказываю. Я уже там снимал эти видосы, три штуки. Ну, не будем ничего искать, расскажу еще раз. Значит, как я пою. Один день пою от глистов. Один день перерыв, ну, то бишь воду даю. 5 дней витамин даю, потом 1 день перерыв. Значит, затем 3 дня даю антибиотики, 1 день перерыв. И заканчиваю все 1 день от глистов. Вот по такой схеме я пою. Пропаиваю, вернее. Не песни пою, а пропаиваю. Кто-то по-другому делает, кто-то по-третьему. А проще пойдите в ветаптеку или в ветлечебницу. Там вас проконсультируют доктора-специалисты. Напишут вам, как, чего, кого поить. Расскажут, какие от каких там болезней, какими препаратами поить. Я вот пою так. Мне так люди научили, я так пою. Мне так нравится. Хотя говорят, что птица сейчас... Не пьет воду, пьет она всю воду. Вот вам еще раз покажу. Это у меня такая шпаргалка, уже сколько лет написанная. Вот по ней я и пропаиваю. Вот ответил на ваш вопрос. А вы уж вольны делать, как вам нравится. Просто поить, не поить. Я 2 раза в год вот таким циклом пропаю. А так, конечно, витамин даю раз в месяц. Съем это четко пару дней. У каждого свой витамин. Так что нравится, поите, не нравится, не поите. Пойдем дальше. Так, вот здесь зебрики сидят, кому надо. Можно тоже. Тут пар 20-25 собралось остатков. Если кого интересует, пишите, покупайте. Ну, здесь, как обычно, волна. Кстати, завтра, наверное, буду в городе. Там мне пришли сети. Сделаю распаковочку и покажу, какие сети для ловли птиц. Что почем. А потом, наверное, сделаю видос, как их правильно ставить. Выставлять, а то некоторые блогеры там понакупили говняной сети. Пока ставили, все порвали нахер. И потом говорят, что сети плохие. Надо немножко уметь ставить. И есть такой сайт Spinus.info. Ну, туда зайдите, зарегистрируйтесь, почитайте, как люди делают. Там специалисты куда похлеще меня. И научат вас, как сетки ставить, как плести, вязать, не знаю. Тогда будете давать свой комментарий. Плохие это сети или хорошие. Привыкали, как при дедах, этими, блядь, тайниками ловить. Не тайниками, а этими, блядь, бреднями. Поэтому покажу, как я их с нуля подготавливаю, а потом, как я их выставляю. Все очень просто, ставится 5 минут, ничего нигде не порвется. Также снимается, и не надо ничего путать, распутывать. Всегда она, как положено, уложенная. Так что... Следите за движением, посмотрите, потом напишите свои комментарии. Ну а так, все, спасибо. Слушайте, смотрите.